Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня 14 октября, день рождения канала Armen Fable. Ровно 4 года назад, в 2020 году, на этом месте, минус 2, я проснулся рано утром, чтобы снять для вас обзор на Kia Rio 4-го поколения. Это видео вы до сих пор можете посмотреть на моем канале. Для чего я записываю это видео? Я хочу поздравить в первую очередь вас, моих подписчиков, моих зрителей и тех, кто смотрит без подписки, и себя тоже, потому что 4 года это большой путь, я не бросил свой канал, я продолжаю снимать. Я снимал и travel-блоги, я снимал и автообзоры, и что-то смешанное между этими тематиками. Но считаю, что сегодня очень важно, знаете, я уделил время, пришел сюда, встал на это же место, и вот говорю эти приятные слова. И если кто тоже разделяет эту радость, напишите что-нибудь в комментариях. В принципе, я хотел сделать что-то наподобие какой-нибудь сходки, но очень сомневаюсь, что в городе Киров у меня очень много подписчиков. Поэтому я записываю это видео просто в такой ламповой атмосфере, чтобы мы с вами немного вот так вот увидели друг друга. То есть я пришел вот в это место, оно знаковое, можно сказать. Это парковка у церкви, у Парка Победы. Значит, здесь очень много пространства. Я частенько здесь снимаю свои автообзоры. Всем спасибо за крутые комментарии, за лайки, за то, что защищаете меня в комментариях и спорите с другими комментаторами, которые всегда пишут какую-то негативную фигню. Ну что ж, ребята, поздравляю. С днем рождения, канал Armen Fable. Всем привет. Сегодня мы будем снимать видео. Йоу, всем привет. Сегодня у нас будет природный выпуск. Всем привет, друзья. Сегодня мы записываем... До сих пор у этого человека зимняя резина. А как вы меняете свою резину? Более-менее хороший мотор. Но это как бы все мы в детстве, когда видели, такие, ага, смотри, Мерседес. Я таким не интересуюсь. Это не спорткар, это просто обычный бюджетный автомобиль. Приветствую всех на своем YouTube-канале. До этого ездил на Mitsubishi. Outlander, третье поколение, как только они вышли. Ну, не буду плохое говорить, он, нет, обычный, нормальный пластик. У автомобиля электро. Минус всегда, это очень грязь на дороге. Грязь забрызгивается на дороге. Сейчас я постараюсь как-то снять свое понятное видео, надеюсь, у меня получится. Поехали. Танцкой тематикой, вот понимаете, вот этим духом студента. Ребят, там ямы, ухабы, колея от больших грузов, это естественно. Поэтому здесь очень важно понять, будете ли вы экономить на самообслуживании, или же вы просто потратите зря деньги. Всем привет, друзья! Сегодня мы снимаем обзор и тест-драйв автомобиля Mercedes-Benz E200. Метров вам нужно повернуть, и сзади вас такой агрессивный водитель, и он норовит вас обогнать, подрезать, показать вам, какой он крутой. Поэтому я жду вас, когда же вы напишите в комментариях, и мы выберем. I wish I knew.